Приветствую, дорогие друзья, все начинающие программисты, все, кто начинает программировать в Scratch или на любом другом языке. Я думаю, каждому из вас будет интересен этот урок, потому что мы будем с вами не только изучать инструменты рисования в Scratch, но и многие базовые алгоритмические понятия, такие как использование в Scratch это называется других блоков, создание других блоков. В традиционном программировании таким же образом создаются специальные процедуры и функции. Мы будем активно работать с циклами, ветвлениями, переменными, так что весь базовый набор знаний программиста мы с вами освоим на вот таком замечательном примере. Мы научимся писать код, в котором будет рисоваться вот такой вот орнамент. Итак, приступим. Для того, чтобы нам разобраться, как это рисовать, и чтобы был перед глазами образец, мы сейчас эту картинку, которая сохранена в графическом файле, поместим в наш проект. Для этого я открою папку с картинкой и загружу ее в качестве фона. Вот сюда. Вот этот орнамент в моей папке, я беру его и добавляю. Теперь у меня на сцене есть фон, на который я буду ориентироваться для того, чтобы рисовать это изображение, этот замечательный цветок. Мы уберем основной спрайт кота, он нам не нужен. И для начала я продублирую фон для того, чтобы на его примере рассмотреть более внимательно, из чего, из каких деталей он состоит. Для удобства я конвертирую картинку в векторную графику, потому что я здесь буду немножко рисовать поверху. И сначала не совсем может быть понятным, как это все рисовать, но можно заметить, что этот орнамент состоит из отдельных деталей. Например, вот я могу провести такие линии и разделить его на составляющие части. И даже вот так вот вертикально я тоже проведу. Чтобы ровно вертикальную линию провести, я зажимаю клавишу Shift, для тех, кто не в курсе. Ничего страшного, что я немного не попадаю. Мне важно вам показать, что наш орнамент, сейчас приблизимся, состоит из небольших квадратов. Вот я сейчас немножечко выровняю эту сетку. И вот мы видим, что вот этот небольшой ромбик, он составлен из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 квадратиков таких вот. И осталось только решить, каким образом алгоритмически мы будем эти квадратики рисовать. Для того, чтобы это сделать, мы также определимся с размерами. И в качестве спрайта, который у нас будет отвечать за рисование, мы возьмем и нарисуем, если кто-то догадался, я специально сделала паузу, мы нарисуем такой же маленький фрагмент в виде квадратика. Итак, я беру инструмент рисования спрайта, точнее костюма спрайта, максимально увеличиваю рабочее поле для того, чтобы иметь возможность увидеть реальные размеры нашего рисуемого спрайта. Кроме того, мы должны будем попасть вот в эти размеры, пока трудно их подсчитать, поскольку у нас там был непрозрачный фон. Я беру рисование прямоугольника, беру заливку красную, делаю, ну, для того, чтобы все было похоже, и рисую квадрат. Опять же, чтобы нарисовать ровный квадрат, вот так вот, чтобы он не деформировался, я одновременно зажимаю клавишу Shift. Вот я зажала, держу нажатой клавишу Shift и рисую такой вот квадрат. Сейчас, куда бы я ни двигала мышку, у меня получается ровный пропорциональный квадрат. Отпускаю. Сейчас мне надо увидеть, где наш спрайт находится. Вот здесь я могу сравнить его с фрагментом нашего орнамента и вижу, что тот размер, который я задала, маловат. Поэтому опять же зажимаю клавишу Shift и увеличиваю наш квадратик. Вот, я думаю, что сейчас вот из такого квадратика вполне хорошо у нас получится. И этот квадрат у нас получился размером 12 на 12 пикселей, потому что вот этот вот образец прозрачного фона, он равен приблизительно 4 пикселям. Это нам понадобится, запоминаем, для дальнейших расчетов, потому что мы будем рассчитывать
координаты местоположения каждого из нужных элементов нашего орнамента. И обратите внимание, я нарисовала этот квадрат не в центре, а вот точка центра у нас в левом верхнем углу. Ну, мне кажется, что так удобнее, хотя, конечно, можно было бы от центра рисовать, но тогда у нас получился бы квадрат 4 на 4, или надо было бы как-то смещать, и здесь может быть неточность. То есть центр спрайта я ставлю в левый верхний угол нашего квадрата. Это, еще раз повторю, не принципиально, но, на мой взгляд, удобно. Итак, наш спрайт готов. Единственное, что мне не очень пока удобно, это то, что он абсолютно такого же красного цвета, как и подложенный под низ фон, а мне на него надо ориентироваться, поэтому я временно перекрашу этот квадратик в другой цвет. Ну, например, сделаю его синим, тем более, что мы рисуем василек, а василек он такого василькового синего цвета. Потом можно будет перекрасить, можно будет сделать разные костюмы и выбирать цвет рисования. Но сейчас мы начнем писать код. Итак, на чем основан наш код? Наш код будет основан на том, что в качестве инструмента рисования мы будем использовать расширение Scratch. Scratch 3.0 – это расширение. В Scratch 2.0 есть раздел команд, который называется «Перо». Выбираем «Перо». У нас появляется набор команд «Перо», и главным и основным инструментом рисования у нас будет выступать блок «Печать». Смотрите, как он работает. Когда мы можем сейчас протестировать, вот мой спрайт, я выполняю этот блок «Печать», и смотрите, у нас остался отпечаток, вот так вот. Он немного нечеткий, если развернуть, то видны такие небольшие нечеткие границы, причем было замечено, что на разных мониторах выглядит это по-разному, но когда мы заготовим готовый рисунок, это будет даже очень интересно смотреться. Так мы будем использовать печать, а также будем использовать блок «Стереть все», для того, чтобы стереть все, что мы до этого нарисовали. Вот остался только спрайт. Те, кто уже знаком с инструментами рисования, есть еще команды «Опустить перо», «Поднять перо», но они связаны с тем, что мы рисуем уже линии какие-то самим спрайтом, а спрайт отпечатков не оставляет. Здесь мы будем использовать, еще раз повторю, только блок печать для рисования якобы. То есть мы будем составлять наш орнамент из квадратиков. И все остальное я не рисовала сетку дальше, но наверняка вы уже увидели, что здесь есть тоже квадратики. Для того, чтобы было удобнее, в принципе, вы можете, если будете тренироваться, взять эту картинку, распечатать и нанести на распечатки линии. Вот, допустим, здесь я с линиями работаю вот таким вот образом. Я могу их продлить, чтобы увидеть полностью, на какие части подразделяется мой орнамент. Я даже могу попробовать скопировать, нет, не получилось, вот эту линию, копировать вот кнопкой, я хотела использовать комбинации клавиш, да, и потом вставить, вот я вставила, и вот сейчас, используя эту линию, я размечу второй фрагмент, для того, чтобы увидеть, из скольких деталей он состоит. Вот здесь вот не совсем понятны границы. Но, в принципе, понятно, раз это квадраты, значит, они одинакового размера. И еще раз повторю, если кто-то немного не понял первую мысль, нам нужно будет сейчас подумать, каким образом мы будем организовывать процесс отпечатывания вот этих маленьких квадратиков, для того, чтобы в конечном итоге получить наш орнамент. И это можно сделать самыми разными способами. И наверняка я, возможно, даже сделаю несколько частей, и в отдельных частях мы рассмотрим разные способы уже последовательности отрисовки вот по этой сетке. Вот теперь по сетке будет даже удобнее.
А потом, когда мы напишем код, мы просто убираем фон, у нас остается белое, и будет очень даже замечательно и красиво. Но для удобства вот сейчас будем по сетке это делать. Итак, начнем писать код, но писать код для спрайта, не на сцене. Точнее, не для сцены. Начнем размышлять, откуда начинать рисование. Можно начинать рисование вот с этого верхнего угла. И сначала нарисовать вот этот ромбик, потом посмотреть, что есть еще три таких же ромбика, тоже определить их координаты и нарисовать еще такие же ромбики. Можно начать из центра, нарисовать 4 таких квадрата из центра и, уже отталкиваясь от этих точек, двигаться в сторону рисования лепестков и далее вот эти ромбики рисовать. Это, ну скажем так, дело каждого разработчика свое, но я сейчас буду пытаться сделать так, чтобы еще и процесс рисования был красивым. Поэтому я начну из центра, то есть нам нужно будет приблизительно понять, где будет начинаться рисование. Вот я ставлю в эту точку спрайт, сразу вижу его координаты, и вот я обратила внимание, было минус 4, в принципе, хорошо, если кратно 4, это более точные координаты, и 20, да, то есть x минус 4, y 20, будем считать, что это как раз-таки центр. Хотя, если строго говорить, то это не совсем центр, можно рассчитать, если у нас ширина этого квадратика 12 пикселей, а серединка у нас это будет минус 6. Но чтобы не сдвигаться слишком от нашего фона, от рисунка, мы оставим так. И теперь мы думаем над тем, как нарисовать вот эти 4 фрагмента. Итак, начнем решать задачу, условно говоря, в лоб. Так, мы сначала все стираем. Далее мы ставим наш спрайт вот в эти координаты. Нам уже все время надо будет начинать заново, то есть начальное его местоположение. Далее мы используем печать. И затем нам необходимо подсчитать. Допустим, я хочу следующим напечатать вот этот квадратик. Значит, мне необходимо перейти в новые координаты, но какие? И лучше всего их рассчитать. Для этого мы используем вспомогательную переменную, зададим, назовем ее шаг. У нас будет некий шаг, с помощью которого мы будем отсчитывать все остальные координаты и не ошибемся, нам не надо будет считать в уме, пусть считает машина. И сделаем мы это в самом начале, переменный шаг, мы зададим размер нашего спрайта. Мы сказали, что он у нас 12 на 12, значит шаг будет равен 12. И далее следующая точка у нас будет отсчитываться каким образом. Если у нас мы отсчитываем от левой верхней точки вершины нашего квадрата центр спрайта, значит нам нужно сдвинуться вправо на 12 и вниз на 12. Значит, мы можем в принципе сделать следующую вещь. Мы можем создать еще переменную x и y. Это будут координаты нашего спрайта. И сейчас мы посчитаем x. Берем, считаем x. Каким образом? Мы можем отталкиваться от текущего положения спрайта, мы его уже знаем, и к нему мы сказали, по x нужно прибавить 12, то есть мы будем двигаться вправо, значит мы прибавляем 12. Значит, берем оператор сложения, а 12 это наш шаг, то есть нам нужно добавить не просто 12, а шаг. Если вдруг мы захотим нарисовать этот же рисунок спрайтом другого размера, нам достаточно будет нарисовать другой костюм, изменить значение переменной шаг, и наш алгоритм будет работать. И прибавляем мы к текущей координате x, значит мы берем блок положения x. Вот мы изменили x, точнее задали, и теперь зададим y, отсчитывая его от текущего его значения положения y. И тоже мы должны решить, что мы будем прибавлять или отнимать. Если мы идем вниз, значит мы будем отнимать вычитание. Берем оператор вычитания, положение y,
и шаг. Вычитаем шаг. Вот наши x и y, а теперь мы переходим в координаты x, y. И снова берем блок печать. Ну, давайте проверим. Мы уже много написали. Давайте даже для того, чтобы для чистоты эксперимента сдвинем наш спрайт в любую сторону. Ведь в конце у нас как раз так и будет происходить. Нажимаем флажок. И вот у нас нарисовалось два квадратика. Вот я опять же для чистоты эксперимента убираю наш квадратик, с которого мы начинали. Могу увеличить. Вот мы видим, что в принципе мы правильно начали из центра, потому что на самом деле все-таки наш квадратик мог бы быть и немножко больше, но мы не будем уже менять размеры, не будем стараться попасть ровно в размеры нашего цветка. Пусть будет небольшая погрешность, ничего страшного, нам главное рисунок. Дальше, следующую точку я хочу нарисовать вот эту, вот этот фрагмент. Значит, я опять должна изменить уже x и y на определенное значение. То есть я теперь уже отталкиваться могу либо от текущего положения нашего спрайта, мы все равно перешли в эту точку, либо от значения x и y. В принципе, я могла бы изменять и вот эти вот значения x и y, но лучше через переменную все-таки действовать. Итак, мы можем теперь попробовать и команду изменить. В данном случае результат у нас примерно тот же самый, но нам теперь не надо брать координату положения, значение вот эти вот положения x, положение y, вот эти считывающие блоки, а нам достаточно изменить x на какое-то число. И теперь мы будем двигаться влево, значит, мы должны изменить x на минус шаг. И чтобы сделать минус, мы берем просто оператор вычитания и берем, можно вот так вот, чтобы не перелистывать, минус шаг. То есть мы по x ушли в минус. И точно так же мы можем продублировать даже вот этот блок, потому что y нам тоже нужно изменить на минус шаг. Ну что, проверяем. Конечно, проверяем-то мы рановато, потому что нам что нужно? Нужно перейти в x, y. Я пока эти блоки уберу, они нам понадобятся. И потом напечатать. Проверяем. Вот, собственно, у нас и получилось. Я уже успела кликнуть мышкой на флажок и напечатать. Давайте, чтобы вы успели заметить, я сотру все и еще раз нажму на флажок. Вот, вот у меня нарисовались уже три части нашего орнамента. И мы видим, что наши квадратики очень ровненько друг к другу прилегают. И, наконец, последний. Аналогичным образом мы меняем x и y. Каким образом теперь уже? Теперь x у нас увеличивается, значит, нам нужно не минус, а плюс. И здесь уже минус не нужен, нам достаточно просто взять шаг, потому что x, изменить x на шаг, это то же самое, что к x прибавить вот это значение. И по y мы тоже идем вверх, поэтому минус нам тоже не нужен. Поэтому вот так вот делаем. И тоже дублируем вот эти блоки. И печатаем. Так, что у нас не так? Что-то не напечаталось. Сейчас проверим. Я убираю спрайт. Напечаталось только три элемента. Сейчас посмотрим, в чем дело. Текущие x и y. Значит, x я должна увеличить. Правильно, мы прибавили от этой точки. А y я должна... Конечно же, y я должна увеличить, а x я должна уменьшить. То есть все-таки по x у нас будет минус шаг. Проверяем. Сотру все. Уберу спрайт. Вот у нас уже начало положено. И теперь понятно, раз мы выбрали начало рисования из центра, ну, для того, чтобы немного лучше попадать, я могу начальную координату немножко изменить. Взять не минус 4, а, допустим, минус 6. И по y возьмем чуть-чуть пониже, например, 18. Значит, я здесь ставлю минус 6 и 18. Давайте проверим. Вот теперь я почти попала в рисунок. Небольшое смещение, еще раз повторю, для нас это не принципиально. И теперь нам нужно рисовать лепестки. Ну, давайте нарисуем вот этот лепесток.
а все остальные будут рисоваться аналогично, но нам нужно будет немножко тоже заняться математикой. Итак, нам необходимо нарисовать лепесток. И прежде чем мы начнем это делать, давайте начнем также и следить за красотой нашего кода. А именно сделаем следующую вещь. Вот мы нарисовали центральную часть нашего орнамента, и логично сразу эту часть кода каким-то образом пометить. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы обозначим эту часть кода с помощью другого блока, вынесем его в другие блоки. Создадим другой блок и так и назовем его центр. Центр даже орнамента напишем. И все, что мы только что делали, мы сделаем вот так, вынесем в другой блок. Теперь вот этот вот блок мы выносим сюда, и наш код становится читабельным. То есть сначала мы нарисовали центр орнамента, сейчас мы будем рисовать лепесток, и для этого нам необходимо создать блок лепесток. Вполне вероятно, что нам понадобится несколько таких блоков, поэтому назовем заранее лепесток 1, а потом мы сможем, если захотим сделать универсальный такой другой блок с параметрами, мы сможем его отредактировать. Но пока мы начинаем размышлять, мы решаем задачу в лоб и немножко себе какие-то вещи упрощаем. Так, сейчас мы сделаем следующую вещь. Мы еще немного подумаем, из каких фрагментов состоит наш лепесток и в какой последовательности мы будем их отрисовывать. Смотрите, если присмотреться, я выберу фон, чтобы увеличить, то наш лепесток, берем вот этот, первый, можно рисовать либо вот такими вот полосками, состоящими из 1, 2, 3, 4, 5 квадратиков, потом со смещением вверх и в сторону, еще 5, еще и еще. То есть 4 такие полоски из наших квадратиков. Либо мы можем поразмыслить по-другому и рисовать вот такими вот диагоналями. Из таких вот как бы ромбиков. И таких диагоналей тоже будет 1, 2, 3, 4, 5. Мы рассмотрим оба варианта. Я начну с более простого, вот с таких полосочек. И, в принципе, если внимательно посмотреть на рисунок, то полосочки у нас есть везде, причем они разные. Для другого лепестка нам вот здесь полоски мы рисуем, допустим, если отталкиваемся от центра, то мы рисуем вверх, если берем координаты, вот от центра отсчитываем, так нам будет легче, в принципе, да? Вот рисуем такими полосочками вверх. Если мы будем рисовать следующий лепесток, то нам нужно будет рисовать полосочки вправо. Если будем следующий рисовать, тоже полосочки вправо, а потом полосочки вниз и полосочки влево. Соответственно, мы можем сразу подумать о другом блоке, в котором мы можем рисовать отдельные полоски, причем с учетом направления. Переходим к нашему спрайту. Если кто-то что-то не понял, не переживайте. То есть мы сейчас, прежде чем начать рисовать сам лепесток, мы зададим другой блок, который назовем... Ну, допустим, ну, хорошо, я говорила полоска, давайте назовем полоска, хотя можно было сказать линия. И для рисования этой линии мы будем задавать длину и будем также задавать направление. Но как мы будем задавать направление, надо подумать, потому что у нас есть два направления, направление x и направление y, но пока мы просто напишем направление. Возможно, нам достаточно будет одного направления. Аналогично тому, как те, кто работает со Scratch и написал хотя бы один код, знают, что наш спрайт может двигаться с помощью команды «идти» с учетом его направления вправо, вверх, влево, вниз. Вот эти вот значения направления, 90 – это он движется вправо, если мы сделаем вот так, 180, то он двигаться будет вниз. Если у нас будет минус 90, то влево и 0 вверх. Вот это мы можем учесть. Значит, с помощью параметра направления мы будем задавать как раз-таки вот это направление. IT нам сколько нужно шагов? Правильно,
те, кто размышляет вместе со мной, нам нужно идти на количество шагов, которое задано в переменной шаг. В общем-то, и здесь мы тоже могли перейти на количество шагов какое-то, но я для начала решила вот вас немножко с координатами помочь подумать, потому что координаты нам все равно нужны. И прежде чем мы начнем рисовать лепесток, мы потренируемся, порисуем линии. Независимо от координат, но мы будем задавать длину и направление. Итак, нам нужно будет идти какое-то количество шагов и потом ставить печать, потом опять идти сколько-то шагов и ставить печать, идти сколько-то шагов и ставить печать, и в нужном направлении, да, соответственно, нам нужно будет задать направление, повернуться в направлении сначала, и с помощью параметра направления мы это направление задаем. Теперь, сколько раз нам нужно вот эту операцию выполнить, зависит от длины нашей линии. Мы берем цикл «Повторить», и ровно столько раз, какова у нас длина. То есть длина будет у нас рассчитана из количества квадратиков, которые нам нужно поставить. И каждый раз нам нужно будет переходить на какое-то количество пунктов, точнее на величину, которая задана в переменный шаг. Ну что, проверим. Для того, чтобы проверить, давайте возьмем просто вот этот другой блок, вынесем сюда и напишем. У нас тут длина 1, 2, 3, 4, 5, 5. И направление у нас вверх, это мы сказали 0. Значит, пишем 0. И сейчас я хочу увидеть, где мой спрайт. Вот он. Давайте для теста я его сюда вот перенесла и выполним вот эту вот команду. Оп, вот у нас нарисовалась наша полоска. 1, 2, 3, 4, 5. По-моему, замечательно. Это как раз то, что нам нужно вот здесь. Теперь нам будет необходимо лишь поставить в нужные координаты наш спрайт, от которых будет, собственно, и происходить рисование. Ну, для чистоты эксперимента давайте нарисуем такую же полоску, но вправо. Это у нас направление 90. Вот наш спрайт. Проверяем. Вот нарисовалась полоска вправо. Мы говорили, что нам может понадобиться рисовать влево. Влево это минус 90. Проверяем. Вот мы нарисовали влево. И, наконец, еще нам может понадобиться рисовать вниз. А вниз это 180. Пишем 180. Проверяем. Вот нарисовали вниз. Ну, здесь я немного не угадала, поэтому вот спрайт, где смог остановиться, там и остановился. Не хватает места на сцене, но ничего страшного. Мы протестировали. Сейчас эти полоски у нас будут частью вот этого нашего орнамента, состоящего, рисующего лепесток. И когда мы будем рисовать этот лепесток, у нас направление какое? Мы будем рисовать вверх, значит, у нас направление. Кто не помнит эти цифры, можем здесь нажимать и смотреть. Нам нужно, чтобы стрелочка смотрела вверх. Какое у нас направление? Ставим вверх, и нам нужно точное число, значит, 0. Вот так. Кстати, вот когда мы начинаем рисовать центр орнамента, мы сейчас наш спрайт разворачивали, поэтому имеет смысл здесь поставить, повернуться в направлении 90, для того, чтобы не было никаких сбоев. Особенно если вдруг у нас спрайт нарисовался не совсем ровным квадратом, по каким-либо причинам, чтобы не было таких сдвигов значительных. Итак, начинаем рисовать наш лепесток. И для начала нам нужно понять, какие у нас будут значения x и y. И теперь смотрите, надо подумать, если у нас алгоритм будет построен так, что сначала мы нарисовали центральную часть орнамента, потом мы берем рисовать вот этот лепесток, в принципе, от текущих координат, то есть от x и y, мы можем отталкиваться. Мы помним, что мы закончили рисовать вот здесь, то есть вот моя точка здесь. Надеюсь, виден курсор. Давайте я увеличу. Вот из этой точки. И нам из этой точки нужно перейти, начать рисовать вот в этой точке. Значит, чем отличаются вот это, координаты этой точки от координат этой точки? Смотрим. По x нам нужно сдвинуться на 1-2 квадратика, то есть два раза добавить шаг по x. А по y нам нужно добавить 1 и тоже 2. То есть нам нужно дважды
изменить координату x. В принципе, можно продублировать эти два блока и сделать вот так, но это не совсем красиво, мы все-таки будем писать грамотно, поэтому мы будем здесь, мы можем в принципе сложить, но логично умножить. То есть берем шаг, умножаем на 2. Не принципиально, можно 2 умножить на шаг или шаг умножить на 2, и здесь то же самое. И мы решили, что нужно прибавлять. Но, похоже, я немного поторопилась, или нет? Если вправо, то x у нас увеличивается, верно? Если вверх, то y тоже увеличивается. То есть, в принципе, да, мы увеличиваем, прибавляем. Отлично. Теперь мы начинаем рисовать первую полоску. И давайте ее нарисуем. Значит, здесь у нас 5 и 0. Ну, давайте для теста вот начнем рисовать лепесток. Вот прям так вот сделаем. Для чистоты эксперимента все сотрем, и даже можем вот так вот увеличить и нажать флажок. И вот уже раз, и мы видим, что мы немного не попали. У нас x почему-то не изменился. Почему? Потому что x у нас последние координаты были все-таки не здесь. Сейчас посмотрим, какие у нас здесь были координаты. Мы y, точнее, что у нас не изменилось? С y мы попали, а с x что-то не так. Разбираемся. Когда мы меняли x, мы отсчитывали вот от этой точки и переходили к этой точке. Сейчас, да, все должно было сработать, почему-то не получилось, не знаю почему. Сейчас, наверное, поставлю видео на паузу, разберусь и потом объясню. Итак, я немного разобралась, в чем проблема, почему у нас рисуется не вот здесь, а здесь наша полоска. И самая важная ошибка, которую я допустила, это я забыла перейти в эти координаты x, y. Давайте подправим. Сейчас я сделала следующую вещь. Я в главном коде, в главном скрипте отняла вот этот блок, чтобы он сразу не выполнялся, для того, чтобы его выполнить отдельно. Следующим образом мы сначала выполняем, нажимаем на флажок, и затем я кликаю мышкой по этому блоку, для того, чтобы выполнилась вот эта часть кода. И я вижу, что у меня нарисовался фрагмент, все равно мы не попали в координаты, с чем это связано. Смотрите, какая интересная вещь. Мы перешли, в принципе, в нужные нам координаты, вот в эту точку, но наш код работает следующим образом. Спрайт сначала проходит еще какое-то количество шагов в указанном направлении, а потом печатает. Мы можем изменить картину, поменять местами эти блоки. Давайте проверим. Выполняем, выполняем. И теперь уже мы почти попали. Вот этот последний элемент, шестой, он лишний, это наш спрайт. Потом мы просто его будем прятать или переносить куда-то в другие координаты. Но все равно у нас остался зазор. Ну, здесь мы не будем долго думать, почему так произошло. Подумайте на досуге сами. То есть получается, что y нам не нужно менять на шаг, умноженное на 2. Нам достаточно y изменить на шаг. Давайте сейчас нажмем флажок. Мы нарисовали центр и теперь вот нарисовали полоску. Замечательно, мы нарисовали одну полоску, а нам необходимо 1, 2, 3, 4. И каждый раз после того, как мы нарисовали эту полоску, нам нужно будет менять координаты x и y, вот эти, на шаг вправо, то есть по x, и на шаг вверх по y. То есть вот эти вот, в принципе, команды мы должны, в общем-то, как бы использовать. То есть все это можно делать в цикле. И сейчас мы сделаем следующую вещь. Мы возьмем, перенесем, зададим это в цикле. Я скопирую, продублирую вот эти блоки. Следующим образом, мы здесь уже должны прибавлять
к X шаг и к Y шаг. У нас X и Y вот в этой точке. Соответственно, мы должны перейти в эту точку и от нее рисовать. И у нас таких полосок 1, 2, 3, 4. Значит, мы берем цикл повторить 4 раза. Вот таким вот образом. Давайте все сотрем. Нажимаем флажок, у нас рисуется серединка, я выполняю эту часть кода. И вот у нас нарисовался лепесток. Смотрите, как красиво. Я рекомендую вам сейчас подумать над тем, как рисовать все остальные лепестки самостоятельно. Но в следующей части нашего урока я покажу еще рисование следующих лепестков. Но, наверное, не всех. Нет смысла это делать. Мы просто рассмотрим, как рисовать в этом направлении, а дальше, я думаю, вы справитесь сами, как рисовать каждый из лепестков. И в отдельной части мы нарисуем вот эти вот ромбики. Но прежде чем мы закончим эту часть, давайте сделаем, чтобы было красиво. Поставим, соберем наш основной код, чтобы мы могли нажимать на флажок. Давайте все сотрем, чтобы нам ничего не мешало. Вот наш спрайт. В конце мы спрайт наш спрячем. Здесь мы его вначале сделаем показаться, а в конце спрятаться. И сделаем фон чистым. Вот так. Развернем и посмотрим. Вот даже своеобразная анимация получается. Я желаю вам успехов. До встречи в следующей части нашего урока.